воспитание и государственных служащих, и простых граждан именно в духе неприятия коррупционных проявлений, предотвращения коррупционных каких-то несоответствий, которые могут иногда возникать и возникают на практике. Должен сказать, что эта работа в Вологодской области строится на системной, постоянной основе и проводится достаточно большое количество мероприятий среди государственных служащих. И результатами этой работы является показатель количества проверок, которые мы вынуждены проводить в отношении государственных служащих. Их количество за последнее время сократилось на четверть. В 2022 году существенно сократилось количество коррупционных преступлений, которые были зафиксированы на территории Вологодской области.